Молодец. Давай, 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 давай. Арканса, не стрейч. Да. Не стрейч. Вы рискуете. Да, конечно, нет. Лиза. Вот, я очень люблю тренировать деток. Ну, естественно, сейчас я на своей работе. Вот так проходят мои тренировки. Мы сейчас с моими красотками выполняем кувырочки. Молодец, хорошо. Выше ножки. Умничка моя. Лучше отойди свой стоп. Умница. Показали все свои ногти. Кто красил ногти, показали мне. Я же говорила вам приходить ко мне, накрашенные ногти. Нельзя ко мне приходить с накрашенными ногтями. Хорошо, чистые ногти. Хорошо, это что такое? Накрашенные печать, ногти. Печать. Женя, я же сказала стереть ногти. Мне надо так печать, это чистые. Хорошо. Носики, ручки. Смотри, молодец, хорошо. Молодец. Давай, 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 крути, 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 крути. Давайте все вместе берите обруч и крутите. Вот так проходят наши тренировки с моими красивыми малышками. Они очень стараются, прилагают много усилий. Вот, так что я их очень сильно люблю. И мы тоже. И мы тоже. Елизавета Александровна. Сегодня мы собрались с нашим дизайнером и портной, чтобы обсудить костюмы для новой постановки индийской. Арканса, не стрейч. Да. Не стрейч. Вы рискуете. Почему? Арканса очень деликатная ткань, по швам будет рваться. Мы делаем удобный, красивый пояс, декоративный, да, красивый акцентный элемент. А к нему уже пришиваем вот эти полосочки и делаем красивые манжеты. Два вместе соединить, чтобы было пошире. Или даже три, если мы делаем фигурные. В этом удивительном магазине просто тысяча и одна ночь. Все фантазии, выбор тесьмы. Моя любимая, это, конечно, зеркалочки такие, которые будут удивительно красиво бликовать. Разве я не присылала тебе? Нет, ты решила оставить это на как сюрприз. Да, это десерт. Мы закончили наше обсуждение, все разбежались по магазинам. Получилось очень круто. Зиги, ты как думаешь, хороший костюм будет? Понятно. Сегодня мы в гостях у очень крутых ребят, это коллектив Димы Залесского. Мы побываем у них на репетиции, посмотрим, чем они живут, как репетируют. На самом деле ребята очень крутые, такие же ненормальные сумасшедшие, как и мы. Ну, дальше все сами увидите. Охрана, молодцы. На одном тоже такого. Привет, меня зовут Дима Залесский, это наш зал, Залесский шоу здесь репетирует. Здесь будет стандартная наша репетиция, мы будем вводить новых людей, вы сейчас сами все увидите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, вот это вот разбери, а ты волтун очень странно делаешь. Вытяни руку, вытяни руку, вот. Дальше, аккуратненько, и раз, и два, и по чуть-чуть. Понял, да? Это рука прямая. Поставили, вылезли, на новую фразу уже начинают бежать. Понимаешь? А ты как вопрос, да? Стоял вот так же. И чувствовал себя, да? Ну что, давайте попляшем. Все, пошли.